ребята, сегодня я хочу сделать обзор на распаковку посылки, мыльной посылки из интернет-магазина «Мылоопт». Что хочу сказать. Я уже не первый раз заказываю товары на этом сайте, и я всегда была довольна их качеством и всеми этими штучками, что они мне ложат в посылку. Но в один день я нашла видеообзор одной женщины, которая снимала также распаковку этого же сайта. И что я увидела для себя? Женщина, которая занимается мыловарением давно и знает весь толк у всех этих штуках, сделала заказ на «Мылоопт». Магазин «Мылоопт» находится в Украине, в городе Кременчуге. И она просто для сравнения взяла мыльную основу английскую, та, что у нее была, те, что она работала, и мыльную основу, которая пришла из «Мылоопт». Мыльная основа из «Мылоопт» просто не держала форму, она была как пластилин, с ней можно было лепить все, что хочешь. После этого оставался жирный блеск на руках, и она просто скользила в руках. И с ней работать просто было нереально. И здесь я вспомнила, так как я человек неопытный, я не знала, какой должна быть мыльная основа, потому что «Мылоопт» — это мой первый сайт, из которого я заказывала мыльную основу. И в принципе я думала, что она должна быть такой. Но сейчас-то я стала умной, я начала смотреть всякие мастер-классы, разные видео, и теперь я тоже знаю толк. И поэтому эту посылку я ждала, как никакую другую, честно. Не обращайте внимания на внешний вид посылки, она немножко такая неэстетического вида. Все это потому, что я живу в Испании. Сразу после заказа мы сталкиваемся с первым минусом «Мылоопт». Заказ приходится ждать очень долго, нереально долго. Этот сайт я выбрала, наверное, из-за того, что он находится в моем городе. И я думала, что заказы я буду получать максимально быстро. Но оказалось, живя в одном городе, мы ждали посылку больше 2 недель. Поэтому я ждала больше месяца, чтобы получить и открыть вот эту посылку. Поэтому один минус интернет-магазина «Мылоопт». Так, открываем. Посылка у нас уже открыта, потому что ее открыла я. Я убрала отсюда во все подарочки, которые нам прислала мама, оставила только содержимое посылки. Раньше я всегда заказывала английскую мыльную основу, так как все говорили, что лучше мыльной основы просто не может быть на белом мире. Поэтому я всегда заказывала английскую. В этот раз я заказала российскую основу, белую. Нет, вот белая. И прозрачная. Вот обычная мыльная основа по 1 килограмму. Ну что я могу сказать, мыльную основу я ждала больше всего. В принципе, у меня заказ небольшой был, потому что, я еще раз повторюсь, я являюсь любителем, это мое хобби, это не моя работа, поэтому большие заказы никогда не делаю. В принципе, мыльная основа достаточно плотная, достаточно твердая. У нее такой, знаете, матовый такой оттенок. Честно говоря, это другая основа, это не та основа, что мне всегда присылал «Мылоопт». Я довольна, в принципе, эта основа мне понравилась. Прозрачная. Ну, прозрачная то же самое, но она не является прям такой прозрачной. Сейчас я вам покажу. Хотя нет, это, наверное, нет, она не сильно прозрачная. Посмотрите, если вам видно, вот. Вот здесь такой вот есть дефект маленький. Вот 2 кусочка, которые они мне прицепили. Наверное, для добора веса. Но это не столь важно, в принципе. Вся мыльная основа будет переплавляться. Поэтому для меня это большой роли не играет. И вторая мыльная основа прозрачная. Я заказала и производителя Израиль. 1 килограмм мыльной прозрачной основы. И, в принципе, я вам хочу сейчас ее открыть и просто сравнить. Потому что мне кажется, что эта мыльная основа одинаковая. То, что я говорила, основа одинаковая. Беру свои слова обратно, основа разная. Российская, она немножко мутная. Производство Израиль, она намного светлее. Вот, посмотрите, я сравню, может, вам будет видно. Здесь у нас это Израиль, а вот это Россия. Ну, как по мне, они разные. Напишите в комментариях, что вы считаете, они разные или одинаковые, потому что, если честно, я сама не могу в этом разобраться. Так, мыльную основу мы отлаживаем.
с мыльной основой мы будем делать мылка скоро. Ну, честно, я довольна этой мыльной основой, что пришла мне в этот раз. Мыльные основы разобрали. То, что мне бросается в глаза, я хочу прокомментировать сразу. Все как было, моя мама упаковала в точности. Она знала, что я буду делать видеообзор, поэтому она ничего не трогала. Вот ей пришел такой пакетик. Обычный розовый пакетик. Итак, заказ у меня был маленький, коробочку я сейчас уберу, чтобы она нам не мешала. Вот. Я заказывала 3 пластиковые формы. Это единственное, наверное, что можно брать на мыло Опт и не переживать. Формы пластиковые там, в принципе, по сравнению с другими магазинами, достаточно дешевые. Но вот такая натураль формочка, обычная. Апельсин, наконец-то я заказала, так как всегда раньше я делала апельсин без формы. И я решила заказать форму. И такая вот орхидея. В принципе, 3 формы, ничего такого сверхъестественного нету, просто обычные формы. Ну вот с орхидеей, ребята, напишите, сколько должен быть вес готовой орхидеи, потому что, так как, мне кажется, она мне кажется немножко маловатой. В других мыловарах я видела мыло, которое было немножко больше, чем моя орхидея. Я думаю, здесь приблизительно вес мыла 50 грамм, плюс-минус. Так, формочки отлаживаем, я против них ничего не имею. Я заказала серу, ну это для меня лично, я буду делать себе болтушку из серы, ну это мое. Так, сера. 2 тубика я заказала для помады. Я раньше заказывала, в принципе, против таких вещей я не могу ничего сказать плохого. Они, в принципе, нормальные, и я не вижу разницы, где заказывать, то ли на мыло Опт или на каком-то другом сайте. Ну, обычные тубики для помады, в принципе, я думаю, более тщательно их рассматривать нету смысла. Так, сера есть, мазь для суставов это для моей мамы, но все равно, что я хотела сказать по поводу этой мази. Я ее брала по скидке, она была с 50% скидкой, но почему-то в накладном мне написали полную стоимость этой мази. Так, отдушка орхидея. Я видела мастер-классы многих девочек, которые делали мыло орхидея, и мне оно безумно понравилось. Я заказала себе отдушку и формочку орхидеи. Я никогда не знала, никогда не слышала запаха орхидеи. Вот отдушка, наверное, мне сейчас откроет этот секрет. Ну, это обычный какой-то цветочек, знаете. Жалко, что камера не передает запаха. Потому что я сама не могу понять. Возможно, это даже орхидея, но оно мне больше пахнет каким-то мыльным средством с запахом цветов. Вот серьезно. И вся душка из мыла Опт не имеет характерного, ярко выраженного запаха. В следующем видео я вам обязательно сниму свое рабочее место и хочу показать все душки, красители, которые я заказывала на этом сайте. Ну и вот, момент истины. И вот мне пришла... Это девчонки Люфа, или Люфа, как она правильно, я называю ее Люфа, мне так удобнее. Может быть, я неправильно говорю, напишите в комментариях, подкорректируйте меня и напишите, как правильно это зовется, Люфа или Люфа. Вот честно, вот у меня вот семечко выпало, вот смотрите. У меня такое впечатление, что у магазина просто контракт с товарами для мыловаров, у которых нету товарного вида, они просто его покупают по скидкам. Ну, честно, но я ждала эту Люфу, я хотела сделать мыло, возможно, даже на продажу. Ну, ребята, ну как с этой Люфы вообще можно что-то делать? Напоминает какую-то мочалку, которой пользовались 125 лет, и вот она превратилась в вот такой кусочек, вот, ну, я не буду говорить чего, но, может, ее надо раскрыть, давайте раскроем Люфу, я не знаю, я честно, я первый раз вот заказываю такую штуку, но она очень тонкая, она супер тонкая, я не знаю, но она не раскрывается, может, ее надо будет как, вот, семечко еще одна выпала. Плохо очищенная. Не запакованная никак. Лежала просто вот так вот в пакете. По ней ерзала вот так вот отдушка. Вот эти все мои
колпачки, моя сера на ней лежала. И после этого я должна делать из нее мыло. Ну, я не знаю, но как минимум это неуважение, ну, к клиенту. У меня просто нет слов. Просто нет. Просто. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Может быть, ее надо пропарить водички или оставить ее на какое-то время в водичке. Я не знаю, но открыться она у меня не получается. Ну, вообще не получается. Там куча семечек, там куча разного, там дерьма всякого лежит. Я не знаю, она очень грязная, она пыльная. Ну, никакая, ну, смотрите, ну, вот, вот. Тем более здесь она какая-то закрыта, но больше всего, что люфой, это я пользоваться не буду. Для покупателей я не буду делать мыло с люфой. Ну, я не знаю, или как это, вот это что-то может по-другому называется. Мне кажется, для вот этого кусочка надо придумать какое-то другое название, если честно. Ну вот, такая вот у меня была распаковка мыла. Подводим итоги. Мыльная основа. Мыльную основу, в принципе, если такая, как мне пришла в этот раз, я еще посмотрю, какая она будет в работе. Мыльную основу заказывать 50 на 50, смотря какая вам придет. Но играть в лотерею тоже не стоит. Поэтому мыльную основу лучше заказывать на проверенных, хороших сайтах мыловарения. Тубики-формочки. В принципе, тубики-формочки я бы заказывала, честно. Это единственное, из-за чего я буду делать заказы на этом сайте. Они здесь недорогие. И, в принципе, они нормальные, я ими довольна, мне они нравятся. Плюсик, плюсик формочка, минус основе. Отдушка красителя, отдушкам ставим минус. Отдушки не имеют характерного запаха. Ну, вот это я даже не буду комментировать, поэтому я не рекомендую интернет-магазин «Мыло.Опт» для вашего хобби, для вашей работы. Что бы хотелось сказать, девочки и ребята, в общем, люди, мыловары, не ведитесь на дешевую цену. Заплатите больше, но будьте уверены в качестве вашего товара. Ну, я думаю, магазин товаров «Мыло.Опт» все комментарии прослушает, сделает выводы и немножко будет свой магазин улучшать, чего я вам и желаю. Ну что, вот закончили мы мою распаковку. Как я говорила, товара у меня было немного, но, в принципе, я довольна, что не заказала больше товара, если честно. Что я могу сказать? Я, в принципе, довольна 50 на 50. Особенно я очень довольна вот этой вот мочалкой для моей газовой плиты. Спасибо «Мыло.Опт», что предоставил такую роскошь для моей кухни. И, в принципе, все. На этом будем заканчивать. Обязательно ставьте мне лайки, пишите комментарии. И пойдемте варить мыло. Всем пока!